это город. С домиками обычными. Ну, почти обычными, конечно. Домик в деревне. Вам кажется, что мы в лесу, но нет, это городок. Или деревенька. Вот дома по краям. Полностью все утопает в зелени, в деревьях. Да, поэтому домов даже не видно. Надеюсь, на видео видно. Потому что глаз цепляет. Вон дом. Кстати, столик на продажу. Ну, как на вынос, если хочешь, можно взять. Дома примыкают друг к другу, они там в 50 метрах друг от друга. И оно все в деревьях. Да, я впервые вижу такое. И недалеко от Монреаля сколько тут ехать-то? Не знаю, километров 20-30. Это следующий городок за Вудрюем. Тут живет Димин? Да, тут живет Димин брат. Брат, почему-то я сказал. Вот в одном из таких домиков? Ну да. Ну, Мастер, но это не его. У него седан. Вот почему Дима сюда катается часто? Потому что все это аккуратно листу. Здесь, вот этот прыжок. Да, листву надо собирать. Да, лежачий. Лежачий асфальт. Короче, я точку поставил на улицу, называется Rue de la Symptôme. Серьезно? Да. Улица симптомов? Вот это улица симптомов. Смешным мне показалось название. Быстро не гони. Окей. Катимся самокатом. Ну, деревья просто огроменные. Кажется, пух превратил. Дом прям огромный, нет, слишком он большой. Когда это средства? Уже улица симфонии, а это улица Рапсодии. Как еще назвать улицу в таком месте, Андрей? Они делают так, что... Сальфеджи. Да, группу улиц называют в одной тематике.
то есть с каким-то смыслом. В Броссарде есть улицы, допустим, все улицы на букву А. Они находятся в одном районе. Uh-huh. Другой район, другие буквы там. На О, на П. О, П говорю, потому что я знаю, что есть такие. Другие буквы, не знаю. А Б. Это кватуар. Кватуар. Я не знаю, что такое кватуар. Это же музыкальный. Кварт такая. Кошечка. А мы что, все без... Тут стоп. Там парк будет, какой-то дом жилой. Парк Рапсодии называется. Возьми мою куртку, Андрей. Что так тихо? Обнушающе тихо. Не оглохнуть. Как будто приехали на кемпинг, реально.